Итак, друзья, сегодня 6 февраля, время 21:00. Ребята летели по улице Жуковского, и несмотря на лежачий полицейский с переходом на въезде на круг, они все-таки не справились с управлением, проскочили прямо, сломали забор и выскочили на центральную клумбу. Само собой, легли на брюхо, пытались вручную откопать и вытолкнуть машину, ничего не получилось. Вы видите, что вокруг машины стоят, помогают им, но ничего не получается. Сначала тянули вот этим вот RAV4, порвали галстук, потом подъехал крузак. Вот сейчас посмотрим, крузак вытащит или нет. Ну, должен, он намного тяжелее, на шипованной резине. Должен вытащить. Итак, машина тронулась уже. Ребята помогают, толкают ее. Ну все, пошла. Пошла, уже задние колеса выехали. Все, вытащили. Молодец водитель Тойоты. Умница. Спасибо. Вот так вот. Не бросайте друг друга в беде. Не забудьте подписаться. Иногда выкладываю что-то интересное. Всего доброго, спасибо за внимание.